Немного слабо подбор рисунка на обои. Как видите, стоит знак, что обои без подбора рисунка, но рисунок на обои все-таки присутствует. Мой совет, этим знаком переоречить или считать подборно, да, с подбором рисунка. А здесь подборки на 80, поэтому представим, что здесь подбор рисунка. С подбором рисунка нарезать полок на стороне будет при полосных салонах. Поэтому крещение не хватает, как видите, важно было крещение. Итак, мы его начали нарезать. Как видите, мы помним. Здесь течение, как бы начинаем, продолжаем эту самую волну, и когда уже начнем стыковать, то он уже, короче, уже не будет подставить подборку разбираться, а короче, волна идет, и большое расхождение только есть. Я всего, если я издал на подборку именно то волну, должно быть быстрее. И на них на здоровье, но потихо я уже не могу сказать, что такого зародыша, скажу вам, что такого забора. Хотя вы сами видели, что здесь пока я ничего не знаю. Тут идут полосы волнистые, тут идут полосы волнистые, а тут какие-то лучшие. Короче, смотрится веселее. Шарфик Сронто уходит у всех примерно 64 см. И иногда бывают случаи, в конце покажу, шарф 32. То есть также идет шарф 64, но можно располовинуть. Здесь как раз и есть тот самый момент, когда можно рисунок располовинуть, и он смотрится соединение с отражением зеркала. Там где зеркало представили, смотрится модель для 64. И получаем уже кое-что более-менее похожее на стандартный рисунок. Ну и общий эффект, что нам дает этот подбор рисунка, какая его как бы не стоит выбирать. Как видите, здесь тоже на этих обоих будет сказано рисунок не подбирать. Видите, шарики идут практически в одной линии, все красиво, все как бы равномерно осмотрено. Короче, здесь откроем. В результате у нас получился вот такой вот полосатик. Довольно прикольные обои. Наша дверь, которая будет скоро в новом видео. И вот они швы, сейчас покажу. Короче, раз шов. Да, вот он. Вот он чуть-чуть расходится, но, короче, визуально это смотрится как волна пошла.
прерывистый немножко, но оно, короче, повсюду прерывисто, так оно и, короче, нормально вписалась в тему. Вот наша лодочка. Ну, короче, я не стал здесь запариваться. Взял кусок, который был, приклеил. В принципе, тоже нормально смотрится. Как сказать? Не избыток. Вполне себе как нечеток. Обманечку не приклеил. Клея нет. И магазины закреплены на празднике. И кусок тоже нет. Все. Пол квартиры, считай, сделано. Остался маленький коридорчик и небольшая кухонька. Все. Лайки, лайки. Всем пока.